Представляем вашему вниманию волшебную азбуку. Как же с ней работать? Для начала включим ручку. Привет! Я волшебная ручка. Затем, чтобы говорящая ручка распознала книгу, наведите ее сенсорную часть на логотип, который размещен на обложке. Волшебная азбука. Откройте книгу. Наведите ручкой на текст или изображение. Вы услышите название буквы В. Звук, который ей соответствует В. Название предметов, которые начинаются с этой буквы Велосипед. И стихи. Волк волчонка потерял, все опушки обыскал, а волчонок у сосны изучил свои следы. Чтобы перейти в режим произношения и прослушать слова по буквам, наведите ручкой на оранжевую кнопку. Режим произношения. Вилка. В. И. Л. К. А. Вилка. Чтобы это занятие не наскучило вашему ребенку, поиграйте с ним в веселую игру. Для этого наведите ручкой на значок в виде вопросительного знака. Найди, где волк. Неверно. Найди, где волк. У тебя получается. В конце азбуки вы найдете игру «Составь слово». Чтобы сыграть в нее, наведите ручку на значок в виде вопросительного знака. Азбука произнесет слова, которые ребенку нужно восстановить по буквам. Составь слово «Обезьяна». Если вы захотите остановить режим игры или режим произношения и вернуться в режим обучения, наведите ручкой на кнопку «Стоп». Вы можете сами отрегулировать громкость. При отсутствии действий ручка автоматически выключается. В набор «Умный ребенок» входит также украинская азбука «Черевна абетка», принцип работы которой абсолютно одинаков с русской азбукой.